все наши зрители скорбят после страшного землетрясения, которое произошло в Турции, которое вы предсказывали здесь, в этой студии. Среди ваших знакомых, друзей наверняка есть... Да, да, конечно, спасибо за ваши теплые слова. Да, это судьба. Да. А как вы вот просчитали эти природные катаклизмы? Ведь вы 3 месяца назад говорили, что будут серьезные катаклизмы и землетрясения. Да, это 2015 года, я сказал. У меня это расчет, потому что это искусственное землетрясение. Искусственное? Да. То есть вы считаете, что природа этого землетрясения искусственная? Это искусственное, сделали это. Ну, тогда, может быть, действительно стоит по-другому посмотреть уже вот на эти кадры, которые были сделаны за несколько минут до начала землетрясения. Мы видим вот эти вспышки в воздухе, и сейчас во многих СМИ в Турции звучит тоже эта мысль, что природа землетрясения искусственна. Я доказываю. То есть вы просчитали, вы высчитали, да? Давно, что... это 2015 года я рассчитал. Все меня люди не верили. Все это комитет, который против человечества, я рассчитал, это комитет 3. Наверху еще один человек, и потом комитет 30, потом 300, потом 990. Это люди, которые курируют. Весь мир еще будет дальше. Это год самый опасный год, чем... прошлый год. И следующий год тоже такое есть напряжение. 2025 года совсем мир изменяется на преломный этап. Спасибо, вы меня не приведете. Я хотел переводчик. Переводчик есть, да. Если что, вы готовы перейти на фарси в любую секунду. Да, потому что мы хотим... С вашего разрешения я продолжу на своем родном языке, фарси. Потому что 30 лет я не говорил по-русски, и сейчас мне сложно подбирать слова. Я отвечал на ваш вопрос о землетрясении и так был взволнован этой темой, что невольно перешел на русский.